очень хорошо, что в Удмуртии есть люди, которые не на словах, а на деле стараются помочь людям с ограниченными возможностями. И вот третий год подряд коллектив птицефабрики Вараксина к светлому празднику Пасхи нам вот такой подарок делает. Эти яйца мы будем раздавать прихожанам города, которые малоимущим семьям. И эти яйца будут на столах пасхальных верующих людей. Да, у нас будет акция. Значит, у нас есть проект «Теплый кров», куда у нас приходят на ночь бездомные. Мы сварим им яйца и будем их поздравлять. И тоже привезем эти уже готовые яйца к ним. Будем раскрашивать, да, и в воскресных школах. Да, такой не первый раз у нас уже проводится. Обычно детишки, да, проводят такое, так скажем, мероприятие в виде мастер-класса. У нас раскрашивают добровольцы с детишками в воскресных школах яйца, и потом их несут себе домой, радуют родителей. А в рамках благотворительной деятельности мы, на самом деле, регулярно проводим разного рода акции, направленные на поддержку людей, которые попали в сложные жизненные ситуации. Но, как известно, впереди нас ждет Пасха. И в этот юбилейный для нашей компании год мы надеемся просто, что благодаря поддержке агрохолдинга «Комос Групп» десятки тысяч людей просто сделали для себя этот праздник более ярким, делают действительно праздничным для себя.